Такие встречи проводятся ежегодно в конце года во всех школах. Во время каникул дети чаще всего оказываются не под наблюдением взрослых, и это может привести к плохим последствиям. О том, как важно предупредить ребенка о вреде наркотических средств и к чему может привести лишь одна проба, родителям рассказал руководитель сочинской службы наркоконтроля. Еще острее стоит проблема занятости детей и вопрос обеспечения их безопасности. Родитель должен стать настоящим другом своего ребенка. Конечно же, каждый родитель должен знать, где находится его ребенок, с кем он общается. Для этого существуют все возможности учреждений дополнительного образования, спорта, культуры и образования. В период зимних каникул во всех школах будет организована детская занятость. Родители призвали подключить к ней своих детей. Говорилось и о необходимости установки фильтров на домашние компьютеры и о важности обращения на круглосуточный телефон доверия. Также во время собрания речь шла о проведении анонимного тестирования. Оно проводится во всех школах Краснодарского края. Впервые в этом году в образовательных учреждениях прошло и психологическое анкетирование. В нем уже приняли участие более 18 тысяч подростков. До конца учебного года в школах будет проведено и медицинское обследование на добровольной основе. И только с согласия родителей его пройдут учащиеся в возрасте от 13 лет.